Наша фирма идет под сокращение. Сотрудников собираются отправить в долгосрочный неоплачиваемый отпуск. Подскажите, что делать? Никто не вправе отправить сотрудников в случае сокращения в неоплачиваемый отпуск. Трудовое законодательство Российской Федерации не предусматривает таких отпусков. В случае, если в организации планируется сокращение численности или штата, в этом работодатель уведомляет своих работников за 2 месяца о предстоящем сокращении и продолжает работу, продолжает выплачивать заработную плату. В случае, если деятельность не осуществляется, работодатель обязан объявить о простое с сохранением средней заработной платы в отношении работников. При этом работники обязаны выходить на работу.